Ну что, привет, ребята, сегодня поговорим о ценах. Собираетесь на море, я вам расскажу, сколько будет у нас стоить примерно покушать. Сегодня я прошелся по магазинам, только не по маркетам, где есть какие-то акции там или еще что-то, а по обычным магазинам, вот этим маленьким, которые в шаговой доступности. И хочу рассказать про цены на обычные товары. Например, яйцо вам будет стоить 45-55 рублей за десяток. Хлеб 19-35 рублей. Мясо 250-350 рублей за килограмм. Говядина 400-450 рублей. Филе курицы 250 рублей. Бедра 160 рублей. Крыло 125 рублей. Гречка 36 рублей. Рис 54-73 рубля. Молоко 55-75 рублей за литр. Кефир 55, есть где-то даже по 100 рублей. Сметана 80 рублей. Капуста 60 рублей. Морковь 30 рублей. Свекла 22 рубля. Картофель 30 рублей. Лук 36 рублей. Ну это так, основное, из которого уже можно приготовить салатик, там картошечка с мясом, еще там что-то. Примерно рассчитывайте бюджет. Дальше я буду показывать цены в маркете. А когда откроются все кафе и столовые, обязательно покажу, сколько стоит питаться, если вы будете готовить не сами. Добро пожаловать в Крым, не забудьте поставить лайк.